телефона мобильного, судом обсуждается заявленное административным писцом ходатайство о приобщении к материалам дела CD-диска с видеоматериалом в качестве доказательства. В данном ходатайстве приведены положения статьи 3 Кодекса административного судопроизводства, 45 статьи данного же кодекса, и имеется ссылка на постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации номер 35 от 13 декабря 2012 года. Истец, вы поддерживаете данное ходатайство после заслушанного объяснения сторон? Да, поддерживаю. Что содержится на данном CD-диске, вы указываете, что он подлежит приобщению в качестве доказательства? Поскольку отключик отказывается от предъявленных требований, считая необходимым исследовать дополнительные доказательства нарушения ответчиками указанных обстоятельств. Что отражено на данном видеодоказательстве? Отражено конкретное действие ответчика. Какое действие? В какой момент действия? Начать исследовать, и как бы это мое право предъявлять доказательства. Предъявлять доказательства, но вы должны обосновать ваше ходатайство. Какое доказательственное значение? Я обосновываю ходатайство тем, что я имею право предъявить доказательства. Вот я этим обосновываю. Но что на этом диске расположено? Я не помню. Я уже записывал это давно уже. А в целом по исследованным материалам у вас имеются ходатайства? Нет, пока не имеются. Не имеются. Мнение административного ответчика, стороны ответчика по заявленному ходатайству. Я возражаю против воззрения данного видео, так как истец даже сам не может определиться, что на данном видео находится, каким событием имеет отношение и вообще какие там лица, и как он может повлиять на исход данного дела. Я возражаю. Зинков, ваше мнение по заявленному ходатайству? Тоже возражаю. Почему? Ну, как пояснил мой коллега, то есть непонятно, по поводу чего данная запись. В какой момент она сделала. Присаживаюсь. Суд определил удовлетворение заявленного ходатайства при общении диска с видеоматериалом административному лицу отказать, если содержание данного ходатайства не следует, какая информация отражена на данном видеоматериале, кроме того, административный истец в настоящем судебном заседании сам затруднился в ответе на данный вопрос, соответственно, не представляется возможным установить относимость и допустимость данного доказательства к предмету рассматриваемого судом административного отдела. Мне не надо, это будет ответственность нести суд за сохранность. Вы считаете необходимо, чтобы оно осталось для тебя? Конечно. Представлено ходатайство хранителя материала дела, поскольку административный истец в судебном заседании отказался забрать представленный аудиодиск при общении к материалам дела, которого судом было отказано. Дополнительное объяснение у стороны административного состава существует имеется? Да, конечно, поскольку формулировка моего ходатайства об исследовании доказательств не устроила, у меня переформулировка ходатайства, поскольку на данном видеофайле находятся непосредственные доказательства противоречия выводов ответчику, которые необходимо устранить в судебном заседании и исследовать доказательства по видеоматериалу. И заявляю, я буду переформулировать до тех пор, пока доказательства, на которые имею право, не будут исследованы. Какие обстоятельства отражают? Обстоятельства нарушения ответчиками моих прав по законе о персональных данных. Ваше мнение по заявке? Ну, истец так не пояснил, все-таки, что на данном видео содержится, какие нарушения прав нами допущены. И каких обстоятельств, какое бы не было, поэтому наше мнение остается такое, как сказать, убеждение. Присаживайтесь. Да, административному суду вопрос. Скажите, пожалуйста, а вы для подготовки к данному судебному разбирательству, при подготовке данного ходатайства имели возможность самостоятельно просмотреть? Я просматривал это самостоятельно, не помню моменты с
составления видео, о которых меня спрашивают. И я знаю конкретно, что там находятся доказательства по делу, которые необходимо установить и исследовать. А относимость и допустимость выяснять после их исследования, а не до исследования. Хорошо, а сколько там файлов расположено? Там два файла, совершенно короткие, по минуте или по две. То есть второй файл на аудиодиске, он фиксирует ход судебного разбирательства? Ход судебного разбирательства. По какому делу? К этому самому делу, предыдущий ход судебного разбирательства. По данному делу? По данному делу. Под председательством какого судьи? Под председательством предыдущего судьи. Было два судьи, Митюгова была и Калязина. Калязина. Под председательством судьи Калязина? Да. Там зафиксирован весь ход судебного? Я же сказал, выборка. Минутная. Вы самостоятельно делали? Конечно. Административный ответчик считает, необходимо сказать свое мнение по заявленному ходатайству. По первому файлу, который клиент предъявляет, как, на котором отражены обстоятельства, имеющие отношение, если считаю, но внедрение суда, рассмотрение данного ходатайства. А по поводу второго файла, который он определяет, на котором зафиксирован судебное заседание под председательством Калядина, считаю, что нет основания, так как все обстоятельства, которые Калядиным были рассмотрены в судебном заседании, была в том числе дана оценка и Свердловским областным судом. Приятно так и не пояснил все-таки именно в судебном заседании, какие допущенные нарушения, какое имеет это отношение к тем событиям, которые указаны в втором заявлении. Это вот по второму файлу, прошу сказать. Не совсем мое то, что Валентина Стивна и сам сказал о том, что в своем заседании звучали объяснения по тем обстоятельствам, которые он считает имеющими отношение. Я понимаю, но какие объяснения он не пояснил? Во-первых, какие объяснения, во-вторых, я пояснила, что все объяснения были в том числе отражены в протоколе судебного заседания, им была дана оценка председательству Калядина и Свердловским областным судом. Поэтому как сейчас это может повлиять на исход данного дела, я не вижу. Вы можете пожалуйста, присаживайтесь, второй отвечу. Считает необходимо высказать свое мнение по заявленному ходатайству об исследовании видеозаписи? Нет, не считает. Присаживайтесь. Суд определил удовлетворить заявленное ходатайство с учетом уточненного ходатайства административного иста, особенно того, какая информация содержится на данном приобщенном CD-диске и исследовать его в судебном заседании. Сейчас мы с вами имеем техническую возможность осмотра. Пожалуйста. CD-диск, представленный с ходатайством, приносит вторым судебным заседанием, для нас произведением.